Куда девался Пако? Не могу на это ответить. Адзинь! Новичок мой! Только не психуй, Лютер. Я пошутил. Зырил на мою Дженнет? Нет, ты что? Еще 18 лет и 41 день мы будем вместе. Ладно, мне страшно. Охрана! Тихо, белый малыш. Ладно. На чем залетел? Я вообще-то не помню. Я сидел на таблетках, знаете ли. И единственное, что помню, это как папа отвез меня в школу. В школу? Да. Как вспомню, так вздрогну. Дерьмище! Ну, я дико опозорился на глазах у всей школы. И вряд ли теперь туда пойду. Так что порядок. Я тебя понимаю. Я знаю. Раньше я в козлах ходил. Как-то меня скотчем приклеили к стулу. Платье напялили. И намазали? Надели. Резиновую грудь. Брат мой, проходи, располагайся. Знаешь, школа – та же тюрьма. Дурная хавка, запреты, секса нет, с кем ты хочешь. А с кем можно, тебе не нужно. Как только меня не лажали. Вчера старуха-библиотекарша сломала мне пенис. Худо. Как же ты все изменил? Добился, чтобы вышибли из той тюрьмы, и начал все заново. И вышло? Гляди-ка. Ух ты! Вот что мне нужно. В другой тюрьме начать все заново. Скажи, как сделать, чтобы меня вышибли? Я на все готов. Но прежде всего, правила нарушать. Я все правила нарушу. Вести себя как псих. Да, как псих. Это хорошо. Я схватил ручку от швабры и сломал об зад надзирателя. Школа «Скалистый ручей». Эй, я вот о чем думаю. Может, сделать это вместе и пусть нас всех выгонят? Нет, не стоит. Валяй один. Ну а ты, Глен? Нет, я лишь болтаю, а на деле кишка.